Сначала расскажу вам новость. Сейчас у нас заглавных в редакции старшие по возрасту инкоры. Это Алиса Перевозникова и Тимофей Саракваш. Если вам интересно с ними пообщаться, мы оставили все контактные данные, телефон, скайп, внизу второй страницы. Так что, если вам это интересно, переходите на вторую страницу. Третье. Наша инкоровская страничка посвящена военно-патриотической тематике. Наши подписчики продолжают присылать нам рассказы о том, как они встречались с ветеранами, пополняли свои мини-архивы, создавали целое фотоальбомы и все подробности на третьей странице. Наша пятая страница и рубрика «Гав, мяу и другие» пополнилась еще и такими животными, как амадины, канарейки и волнистые попугайчики. Узнать о них больше можно на пятой странице. На шестой странице расскажем о последних новинках в сфере технологий, начиная рукавом для сращивания костей, заканчивая курткой, которая может управлять смартфоном. Восьмая страница посвящена подопечным Могилевского зоосада. Также мы расскажем о том, что делать, если в лесу вы нашли птенцов, которые остались одни, или зайчат, да, какой план действий. И, конечно же, комикс. Ну и, как всегда, вас ждет много ребусов, загадок, сканвордов. Все это на последней странице.